друзья, всем привет! Отличного дня, замечательное настроение и прекрасного самочувствия. Сегодня 16 декабря 2021 года. Я вышел прогуляться на улицу с любимой дочкой. Погода на улице классная. И решил записать видео на экшн-камеру Digma Dicam 420. Качество съемки 4К 30 FPS. Ну, то есть убить трех зайцев. Мы и погуляем, запишем видеообзор и протестируем камеру. Вот как-то так. Что хочу сказать по поводу камеры. Ею я уже пользуюсь, ну, достаточно длительный промежуток времени. Местные птицы. Камера за 3000 рублей, ну да, классно, снимает классно, держит заряд тоже достаточно прилично. В автомобиле вообще нет, одно удовольствие. Ветер. И, ну, в общем, как-то так. Друзья, сейчас я вам покажу, как она будет записывать город. Себя я показал, то есть крупным планом. Меня просили записать видео крупным планом, чтобы было видно, как она записывает в таком режиме. Вот. Посмотрим город. Мы гуляем, я не знаю, как эта улица называется, Салмышская, Родимцева. Ну, как ее называют, но она как-то называется. Звук камеры пишет хорошо. До этого звук я уже проверял. Звук пишет нормально. По аккумулятору что хочу сказать. Камеру заряжал, наверное, последний раз неделя две назад. Но я сейчас не удивлюсь, если она выключится, потому что лежала на морозе на балконе. И есть вероятность того, что она может просто выключиться. Но пока вроде держит, не знаю. Для камеры за 3000 рублей, я считаю, это хороший результат. Дочка предлагает мне прибавить газку. Стабилизации никакой нету, фокуса, я думаю, тоже никакого нету, тут только фокусы. Поэтому имеем то, что имеем. Я говорю, друзья, она стоит 3000 рублей. Если бы она стоила как GoPro, то с нее можно было бы спрашивать. Я говорю, вот ей, даже вот как видеорегистратор в машину я ее ставлю, шикарно, записывает хорошо. И не трясется ничего, то есть приклеил крепление к панели и все, и нормально. Так вот. У нас что-то погода поменялась. Вот только холода были, холодрыга. А сейчас даже немножко дождь идет. Решили выйти прогуляться с доченькой. А вот Макдональдс у нас такой. Видно, не видно его. Все серое. Будем надеяться, что камера захватывает, записывает достаточно видно вам все. Потому что в качестве 720 я вообще не понимал ничего. Это все равно, что камеру или этот, вот как вы, линзу намазали вазелином. По-любому кто-то линзу мазал вазелином. Вот. Пам-пам, пам-парам-пам-пам-пам, пам-парам-пам-пам-пам, да. Сейчас вот неплохо было бы. Нет, хотя. Вот, смотрите, пожарные куда-то едут.
Будем надеяться, что все в порядке, они едут просто по каким-то нерабочим вопросам, потому что вышка и пожарная машина. Фух. 2,7к я запишу попозже видео, когда мы, может, еще раз пойдем гулять или куда-то я сам пойду. Так, давайте пойдем здесь. А вот он, магазин Уют. Название не соответствует содержанию и внешнему виду. Достаточно хорошо держит аккумулятор. Я говорю, 2 недели назад заряжал последний раз, и сейчас мы вот идем, я несу без аквабокса, на улице холодно. У меня до этого была просто камера Smartera, она вообще одноразовая, то есть вот ее один раз запишешь видео, в глаза кого-то песка с солью насыпали, посмотришь и все, и думаешь, ну нахер такую камеру. А этот снимает, ну, будем надеяться. Я, потому что в этом режиме, кажется, записываю или впервые, или не впервые. Ну, уже точно не скажешь. Смотри, что делать. Смотрите, хопа. И поехал. Поехал. Елки на сторожа, что ли? Или елки на сторожа? Кто в этом году будет ставить елку? Пишите в комментариях. Мы нет. Мы решили, пока не будем, потому что дочка еще совсем маленькая, ей не совсем интересно это пока елки, палки, а в дальнейшем, в будущем, я думаю, да. Так, с Лялечкой объезжаем, дочь, да, привет. Вот так вот. Вот, друзья, сколько уже идет запись? 8 минут, почти 9 минут. Небольшое такое путешествие по тем же маршрутам, просто живем в этом районе и как далеко стараемся не ходить, потому что ребенок может в любую секунду домой захотеть. В очередной раз, зато можно посмотреть, как здесь, что здесь, как здесь, что меняется, что не меняется, что остается неизменно. Вот так вот, ребят, и живем. Вот кто меня смотрит, если меня вообще кто-нибудь смотрит, напишите, откуда, кто. Может быть, есть кто-то из Оренбурга, а может быть, есть кто-то из Екатеринбурга. А может, есть кто-то из Санкт-Петербурга или там, например, из любого другого бурга. Ну, может быть, кто-то есть из Москвы, может быть, кто-то из Элисты, кто-то из Твери, из Омска. Ну, откуда? Друзья,
Друган не поймет, что я улыбаюсь. Проходил, сейчас посмотрел на меня. Ну, пусть не понимает. Местным детей не крестись. Елок понаставили, вот эти елочные, эти как их, ну вот эти базары. Мне каждый год так жалко их рубить, чтобы вот так вот они стояли потом. Как, я не знаю, как улица называется. Ну, я тут все равно вообще не знаю. Я, в принципе, город не знаю. Ну, в общем, на одной из улиц я видел, привезли дыни, арбузы. И их, ну, видать, не продали никому, ничего. И предприниматель принял решение закрыть их в этом, ну, как вот, из прутьев сваренный такой, как гаражик. Вот, и закрыли в нем, и они просто лежали и портились. Ну, так же эти елки будут, то есть сейчас их продают, пока не... Ну, потом их просто паутит, жалко. Это... Можно же было пластиковые ставить, Зачем рубить вот природу? Нет, многие говорят, конечно, их для этого и растят. Или... Я не знаю. Для этого их осаждают. Все исписано. Тут наш двор уже. Кстати, можно камеру прикрутить коляски, будет как регистратор для коляски. О, кто-то варежку проворонил. Сейчас мне дача показывает, что хочет в наш двор. Но мы сейчас сходим с ней, посмотрим льва, нарисованного черепахой из мультика на доме. И пойдем домой, дочь. Ну еще рано домой. Рано еще домой, дочь. Еще рано. Нам еще гулять с тобой 15 минут. Мама дала задание гулять на минимум 40 минут. Вот, идем и гуляем. Напомню, это съемка ведется на экшн-камеру Digma Decam 420 4K 30 FPS. Больше эта камера ничего выдать не может, мощнее. Поэтому радуемся тому, что есть. Интересно, что там за видео получилось? Домой приду, посмотрю. 13 минут уже съемка идет, хотя я планировал записи минут на 10. Но будем записывать, пока гуляем. Наверное, видео качается. Кстати, вышел какой-то смартфон. Сейчас рекламируют, недорогой. Давно хочу себе какое-то устройство со стабилизацией. Для того, чтобы вести съемку, ну вот, не качало, не шатало ничего. Считаю, что, наверное, лучше айфона, наверное, ничего не снимает. Хотя, может быть, и снимает, если кто-то знает, напишите в комментариях. Ну вот, хочу или айфон себе взять, ну это потом, в дальнейшем, в будущем. Или вот какой-то недорогой Android смартфон, да, дач, ну как. Субтитры сделал DimaTorzok.